день. Меня зовут Гайфуллина Амина. Я представляю Кукмарский завод металлопосуды, торговая марка «Кукмара». На нашем предприятии работает более 900 человек, площадь 36 тысяч квадратных метров. У нас есть специальный цех для производства товаров для туризма и отдыха. Есть участок для производства хлебопекарных форм. И, естественно, цех по производству антипригарной посуды. Мы сегодня производим посуду. Эконом-сегмент – это литая посуда без покрытия. А линия традиции – это черное традиционное покрытие среднее. И дальше средний приз идет. У нас мраморная, элитстоун, гранит, титаниум про. Очень широкий ассортимент товаров. Начиная от небольших сковород, это диаметр 16, и кончая 400-ми диаметрами сковород, мы производим казаны для плова. От 3,5 до 110 литров. Сейчас у нас на подходе уникальный продукт, который будет состоять из емкостью 160 литров. Я считаю, что на сегодняшний день это будет очень большой тренд, потому как у нас в России его никто не производит. И дальше у нас идут именно специфическая, конечно, посуда для профессионалов. Это, будем говорить, что большие котлы, ну и так далее. Тренд – это посуда с мраморным покрытием и с гранитным покрытием. Поэтому мы тоже работаем над этими продуктами. На сегодняшний день у нас в нашей линейке мраморная посуда, которая представлена в четырех линейках. Это получается вот фисташковый, темный мрамор, светлый мрамор и гранитное покрытие, которое мы сейчас тоже используем в четырех цветовых решениях. Недавно мы разрабатывали новую линейку. Это новый продукт, который бы отличался от тех существующих моделей дизайном, европейским стилем, своей функциональностью. Требует потребитель качественную посуду, потому что тренд идет на качество, на экологичность. Вся посуда изготавливается в соответствии с нормативными документами предприятий и ГОСТ, который разрабатывался всеми российскими производителями антипригарных покрытий. Наше предприятие является лидирующим предприятием в Российской Федерации. Мы занимаем 65% долю российского рынка по производству посуды без покрытий. И если брать по штампованной алюминиевой посуде с покрытием и литой посуды, то мы занимаем долю около 15% рынка. Мы представлены во всех регионах Российской Федерации. И плюс экспорт стран бывшего Советского Союза, а также это западные страны. Основной канал это у нас опт, который составляет около 75%. И только сети составляют около 9%. Это Ашан, это Перекрёсток, это Максидом, это Окей. Также мы представлены в интернет-сообществах, это такие как Вальберис, Озон. Планы компании очень большие. На сегодняшний день у нас начато строительство в промышленном парке города Кукмар завода на 500 рабочих мест, там, где мы планируем производство посуды из нержавеющей стали. Это первый план. Второй план – это развитие дистрибьюции в регионах, увеличение объема продаж и переход на электронный документооборот.